Победители регионального этапа конкурса чтецов «Живая классика» выбирали сегодня в Нарьян-Маре. По условиям интеллектуального соревнования трое победителей представят наш регион на финале международного конкурса, который состоится в детском оздоровительном центре «Артек» в Крыму. На финальном этапе регионального конкурса «Живая классика» за победу борются 6 чтецов. Трое из них – победители, поедут в «Артек». За спиной у ребят два отборочных тура – школьный и муниципальный. Со сцены звучат прозаические произведения известных писателей, которые не входят в курс школьной программы по литературе. Но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево. Зощенко, Стругацкий и Драгунский. Выступление не должно занимать больше 5 минут. Восьмиклассница Карина Винукан выбрала трогательный рассказ о петербурженке Вале Зайцевой. Признается, определиться с произведением помогали педагоги Ольга Горбунова и Алла Юшманова. Мы все вместе, втроем искали. Было много произведений, но мы именно это отобрали. Было трудно искать, потому что очень много хороших произведений, и не все подходит детям. Артем Долгобородов, можно сказать, профи. Ему уже удавалось дойти до финала. В этот раз опытный чтец приготовил отрывок из Стругацких. Говорит, залог успеха в том, чтобы произведение нравилось самому. Главное – подобрать произведение, которое подходит по душе. И это главный, так сказать, пункт. Если подобрать по нему произведение, то все получится. Конкурс «Живая классика» от года к году набирает популярность. За несколько лет из обычного школьного мероприятия он разросся до международного масштаба. Конкурс очень популярный. С каждым годом все большее количество ребят участвует в «Живой классике». Мы открываем для себя какие-то новые произведения. Ребята подбирают музыку, продумывают костюмы. Выбирать лучших из лучших всегда непростое задание. Тем не менее, жюри объявило троих победителей. Лучшими чтецами на региональном этапе стали Артем Долгобородов, Дарья Чупрова и Карина Винукан. Теперь ребятам предстоит выступление в «Артеке». Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».